Сегодня очень много интересных матчей. Один из них состоится в Магните. Плохой мог быть момент. И вот оно, добивание. Еще одно добивание. И гол. Шайба влетает в ворота. Кто там? Шестаков, похоже. Он нанес повторный бросок. С первым справился Илья Набоков. И все-таки реализует. Реализует астанчане это большинство. Да. Капитан команды. Аркадий Шестаков забивает. Катили очень здорово защитники. И дали спокойно так пройти к чужим воротам. Очень близко сейчас сели магнитогорцы. Открывает капитан. И опять все неплохо. Перед собой отбил. И повторный бросок. Гол! Дают все-таки добить Макару Хабарову. И шайба оказывается в воротах. Все-таки это давление сказалось Металлурга. И забрасывает Макар Хабаров шайбу и сравнивает счет. Второй гол Макара Хабарова за «Магнитку» в этом сезоне. И вот с первым броском справляется. Ну и здесь тоже отмечу, конечно, и как на себе завязал борьбу и отвлек защитников Никита Гребенкин. Пытается ответить «Магнитка». И один бросок, второй гол! Забивает «Металлург». Вот так вот вновь на чужом пятаке доедают эпизод магнитогорцы. Не ожидал, что вот эти добивания будут. Эдвард Паскуале. И, похоже, там все-таки последнее касание нанес Егор Коробкин. Не забиваешь ты, забивает тебе, сработало. Мог сейчас забивать Борис. Коробкин начинает эту атаку. И вот здесь Хабаров. Коробкин на один бросок, да, и пошел он же на добивание, так с неудобной отправил шайбу. Стали поаккуратнее играть магнитогорцы. То есть, с одной стороны, они нельзя сказать, что прям этот счет... Ой-ой-ой, как попал-то! Как попал Алексей Маклюков! 3-1, и это, конечно, уже сверхсерьезная заявка на победу. Да, как-то не успел закрыть угол Паскуале. Там и игроки Барыса были, они тоже эту шайбу не смогли на себя поймать. Ну и Маклюков очень важную шайбу забрасывает. Опять за Барыса. Проходит эта передача. И вот здорово, красиво-то как было. Скидка на пятак и Савицкий в касание 3-2. Вот вам и интерес. Вот вам и интерес. Минута 51. 3-2. Барыс до минимума сокращает разрыв в счете. Кирилл Савицкий становится автором